Да, всем доброго времени суток. И в этом видео я расскажу, как создать подобную картину. Вот у нас здесь уже есть пример. Это картина в стиле Прованс. Здесь у меня за основу гипсокартон. Вот у меня есть один из гипсокартона. Здесь я вам покажу, что, как будем делать пошагово. Здесь у меня уже, вот как видите, у меня уже здесь замешана шпаклевка финишная. Сухая гипсовая финишная смесь. Я ее замешал пропорциями на один стакан воды, два стакана шпаклевки. Мастихины, вот у меня здесь трех разных видов мастихины. Это мастихины фирмы Пенова, номер 1022, 1015 и 1027. Почему я их выбрал? Потому что они такие, вот обратите внимание, такие более гибкие, им удобно работать. Здесь у меня шпатель для того, чтобы сделать фон. Вы можете взять чуть шпатель пошире, для того, чтобы сделать фон. И ее желательно шпаклевать в разных направлениях, чтобы у нас фон получился более ровный. Всегда лучше запасом наносить саму шпаклевку, чтобы было над чем работать, потому что мы в процессе будем излишки шпаклевки убирать. Сейчас я уже буду здесь изображать саму беседку. Я картину поставлю сюда, она мне здесь мешать не будет. Мы в первую очередь делаем небо, сейчас будем делать беседку, потом сделаем само ограждение. Здесь у меня, вот, как я вам показывал, у меня такая более густая шпаклевка. Но почему я замешиваю густую шпаклевку? Так как я могу сразу придать объем, нужный мне объем, нужную толщину, и оно мне не будет сползать. Вот обратите внимание, здесь беседка, видно по картинке, что она в основном по себе круглая беседка. Таким образом мы будем здесь придавать объем такой же. Давить не надо, прижимать ничего не надо. Берите спокойно, просто разглаживайте по форме таким образом, спокойно и все. В самом конце все лишнее отрежем, уберем. И самое главное, когда будете делать, сразу подготовьте вот этот задний фон, чтобы потом не ковыряться и не возиться с этим. Поэтому желательно сразу подготовить вот задний фон. После чего мы также возьмем там на заднем плане, изобразим эти столбы. Вот на заднем плане эти столбы, вот таким образом. И вот эту часть стотчем слегка уберем, чтобы задние столбы тоже в объеме выделить. И обратите внимание. Я здесь беседку как изображаю. У меня здесь толщина где-то сантиметра полтора. Я плавно ее увожу под основание, то есть под гипсокартон. Здесь тоже я также выделю эту колонну. Вот обратите внимание, у меня здесь беседка, вот эта верхняя часть арка, я тоже ее также вырежу полукругом. Вы это можете моменты сделать только когда у вас шпаклевка застынет. Здесь даже у меня она еще побольше. Это все моменты я могу аккуратно срезать. Я также беру, всегда рядом держу воду, смачиваю мастихин и подправляю угол, раскатываю угол спокойно. Вот эти все моменты, они спокойно режутся. Когда мы смачиваем мастихин, почему я предпочитаю этот мастихин? Так как даже шпаклевка, когда она застынет, я могу в труднодоступные места вот таким образом зайти и снять излишку шпаклевки, излишки шпаклевки и все. Поэтому они мне нравятся. Они такие тонкие, острые, ими резать можно. Поэтому я их предпочитаю. Они самые удобные. Это все лишнее я уже сразу убираю. Если у вас эта шпаклевка пошла чуть не так, это все можно подправить. Не переживайте. Берете аккуратно, спокойно и так же дальше разглаживаете. Вот. Если мы здесь дали сантиметра полтора, максимум два, здесь мы дадим сантиметров три. Сантиметров три. Также, как я и рассказывал вот про визуальное вот это пространство, я здесь как раз на этих колоннах и покажу. Здесь мы тоже берем шпаклевку, не боимся, берем шпаклевки побольше. Обратите внимание, как я беру. Я беру не отсюда, не так. Я беру этой стороной работу, беру, таким образом шпаклевку беру, нанес,
беру и наношу таким образом, видите? И все. Здесь сейчас у нас начиналась беседка. Беседка. Вот. Практически в середине беседки у нас начиналась сама картина. Я вот даже с ее так рядом покажу. И все. Мы эту часть тоже так же. Это ограждение. Мы вводим слегка под ноль. Здесь у нас слой есть где-то миллиметра 4-5. Здесь мы также возьмем, как я и показывал, сделали какое-то чуть визуальное пространство. Видите, мне даже чуть-чуть поклевка на беседку залазит. Но это все мы потихоньку все лишнее вырежем потом, когда у нас только она застынет. Поэтому можно, главное, чтобы вы не теряли ориентир, где у вас, откуда она идет. Вы можете отсюда смотреть, а посередине, даже чуть ниже беседки. Середина беседка чуть ниже, и таким образом выводим все это. И как мы это все делаем? Ну, все видят, как у нас выглядит сама картина. У нас забор, получается, он идет вот таким вот образом, полукругом даже. Если мы будем гладить этот забор, мы будем не так гладить, а будем гладить ее вот вдоль. Я имею в виду ширину вот этой задней стороны, мы будем таким образом гладить. Мы просто берем осихи и таким образом же проводим. Здесь у меня слой побольше, здесь поменьше. Вот здесь у меня где начинается будет сама плитка тротуарная. Здесь у меня слой миллиметр. Миллиметр, максимум полтора. Здесь же мы добавляем, делаем около 5 миллиметров. 4-5 миллиметров. Тоже делаем так же, вводим под ноль, тоже под углом. Не ровно, а чуть-чуть под углом. Почему мы это делаем? Таким образом, когда у нас будет свет, у нас даже освещаться будет само это, само ограждение. Вот видите, я его так спокойно провел. Также мы будем делать здесь то же самое, с этой частью. Я здесь излишки уберу. Это все излишки я почистил. Вот многие сейчас, наверное, вот для многих будет, наверное, эта задача. Как сделать этот поворот, верхнюю часть плиты. Мы тоже берем так же, ставим, как бы мы ее разглаживали, если мы ее делали, например, если она у нас была бы. Мы ее тоже брали, вот так гладили бы спокойно и везде. Вот так спокойно, прямо по форме брали, гладили, так как у нас все блоки расположены горизонтально. И мы стихи держим, и чуть наклоняем и слегка разглаживаем эту форму, делаем. Обратите внимание. Все, после чего мы возьмем это все лишнее отсюда, аккуратно вырежем, уберем, также с этой стороны, просто аккуратно края почистить, также под таким углом боковину тоже провести. Обратите внимание, я ее тоже эту стенку глажу, она же тоже у нас получается вертикально, вот так же у нас идет форма. Мы берем, также прикладываем на эту стену и ведем так же. Берем так же, разглаживаем, ведем форму только и все. Это как бы если бы вы вживую, то как бы вы гладили, проходили по форме этого сети, тоже так же проводите, если и все у вас получается. Эти все излишки мы отсюда убираем. Эти тоже мы излишки убираем отсюда. Это все можно разгладить сразу. Даже если вы сделаете эту часть, пока она у вас сырая, вот где у вас будет плитка, это будет еще лучше, так как потом, когда застынет, вам будет очень сложно вот эти моменты все поправить. И поэтому именно вот эту часть можно сразу. Где, если где-то вы фигуру какую-то делали, какая-то часть пустая, вам будет потом сложно его доводить. Поэтому желательно сразу это сделать. Вот здесь я тоже, вы видите, гипсокартон просвечивается. Этого не должно быть, везде нужно наносить слой, чтобы у вас не было такого, что у вас гипсокартон где-то просвечивается. Всегда наносите запасы. У вас минимальный слой должен быть 1 мм, не меньше.
Вот если можно будет взять чуть-чуть, добавить еще, чтобы именно вот здесь у нас получилось такое визуальное пространство, о котором я вам говорю. Все, как мы ее разглаживаем? Почистил я мастихин, я его намочил. И все, спокойно я пошел гладить фон. И все, я ее просто глажу по форме. Обратите внимание. Как бы вы гладили, если у вас была такой 3D-картина была на столе с таким белым, мы тоже его взяли и так по форме гладили. То же самое мы ее также гладим. И все, заходим, выводим боковинки потихоньку, края. Где нужно добавить, добавляем. Здесь мы сейчас еще будем добавлять шпаклевку. Именно в этом месте, так как у нас здесь слой побольше, мы здесь чуть. Добавим побольше шпаклевки. Тоже так же. Вот выводим. Здесь у нас есть углубление, мы берем, добавляем чуть побольше шпаклевки. Также у нас здесь слой побольше и плавно у нас уходит под ноги. Соответственно, вот здесь, где у нас начинается поворот, где у нас угол начинается, здесь тоже, что я ранее говорил, вот это такой, чтобы у нас не было там просто вот так шпаклевка и все. Она так выглядит более неестественно, поэтому нам нужно добавить шпаклевку, чтобы у нас форма была, продолжалась не просто сюда так, а закруглялась дальше. И такой, из-за этого мы сделаем слегка. Обратите внимание, у меня плоскость, она идет и не прям ровно идет, под 90 градусов, я имею в виду, 90 градусов. Она у меня идет в форму, я ее повернул и дальше чуть завернул туда, слегка чуть завернул. И также везде, если у нас будут формы слегка завернутые, не будет такого прям видно, прям, что просто с той шпаклевки, а чисто такая граница, она будет намного живо выглядеть картина. Поэтому мы вот эти вещи делаем практически везде. Что бы мы ни изображали? Изображаем дерево, тоже так же делаем. Слегка, чтобы у нас форма была закруглена. Не просто ровно, а чуть закруглена. Таким образом, вокруг дерева будет ощущаться пространство. Так же и везде. Мы это везде делаем. Так же делаем и здесь, с этим ограждением, где мы это делаем. Везде, чтобы у нас картина получилась более живой. Не получилась просто какой-то бездушный рисунок, а он получился более живой. Это немаловажную роль играет. Здесь мы еще чуть добавим шпаклевки. Что здесь у нас разворот такой чуть более качественный получился. Обратите внимание, я сюда, я везде по краям вылазил, ну, добавляю чуть запасом шпаклевку. Видите? Я везде чуть добавляю, самое главное, здесь нужно подобрать эту плоскость. Это все лишнее, мы вот это все лишнее аккуратно вырежем потом. Вот это всю часть, вот это все, что у нас здесь есть, это все мы аккуратно потом вырежем. Самое главное сделать поворот. Вот здесь момент есть. А как же сделать ступеньку? Ступенька там видна, это у нас верхняя часть. Следующая часть у нас идет пониже. Что мы можем сделать? Мы можем взять. Также, если у нас идет ступенька, отпустить ее раз пониже и пошли дальше. И все. Больше здесь ничего не надо. Мы форму введем, раз у нас ступенька вниз пошла и нижняя часть. И все. Таким образом мы выделили ступеньку. Также подправить можно будет ее. Ее также подправляем.
все лишнее слегка вводим под ноль. Здесь тоже так же плоскость, нужно сделать ровную. Сейчас вот обратите внимание, у него уже шпаклевка застывает, но она еще, видите, мягкая она еще. Всю поверхность, вот здесь даже у меня есть выступая, здесь я тоже чуть слегка подправлю. Сейчас она более жесткая, такая более чуть податливая. Сейчас она уже скоро будет у меня полностью застынет. Сейчас мы то, что можем сделать, это взять уже более детально разгладить. Если нам где-то нужно более детально разгладить, мы берем аккуратно разглаживаем. Так же, как я показывал, делаем все по форме. Не так боком. Берем, просто держим вот такую же форму продолжаем. Отсюда вот, так же и отсюда, вот таким же длинным мастихином. Можно взять еще подлиннее, вот здесь, если где-то нужно подлиннее, этим мастихином подправить. И все, это лишнее мы сейчас будем убирать. Вот это все лишнее мы сейчас вырежем, все и уберем. И также здесь. Как я его буду резать? Я его не буду сейчас вот так брать и прямо резать. Я просто возьму ее по форме аккуратно. Мастихин смочу. Край мастихина почистил. Я его смочу водой. И аккуратно вот эту всю часть могу убрать, аккуратно вырезать. А здесь я уже ровно режу. Также просто продолжаю по форме. Не по таким углам. Чтобы вы понимали, у нас видите, как он идет. Форма самой. Этой стены. Таким образом мы слегка проводим. Отсюда мы уже дальше таким образом режем. Это все лишнее мы убираем отсюда. И все таким образом режем. Эта часть у нас. Обратите внимание, уходит. Увеличь, пожалуйста, вот эту часть. Увеличил. И вот это все лишнее аккуратно все вырезаю. Аккуратно все убираю лишнее. Вот именно в этот момент нежелательно эту шпаклевку лишний раз вправо-влево раскатывать. Видите, у меня есть угол, нету такого прям четкого угла. Это я все не буду, это я все подожду, как высохнет. И так, таким образом, спокойно мастихином я лишнее все уберу, порежу. Также здесь уже можно взять, аккуратно подправить. Более детально мы уже будем все это резаками прорабатывать делать. Сейчас также берем отсюда эту часть. Здесь тоже так же. Помимо того, что я ее порежу вот так, мне нужно будет этот угол вывести. Тоже, соответственно, взять. Я также возьму мастихин, почистим, смочу и. И по форме вот это все лишнее уберу. Здесь также можно, как я здесь показывал, вот это чуть слегка визуальное пространство, чтобы у нас угол продолжался не ровно 95 градусов основания, а чуть-чуть подворачивался на форму. Таким образом у нас вид будет намного более лучше, поэтому я отсюда тоже чуть сниму, чтобы оно не закруглялось. Не шла вот так, а с поворотом туда заходила, с легким поворотом. Здесь тоже расстояние от того поворота где-то миллиметра два получается. Вот я имею в виду от основания до вот этого края. Дальше оно за 2 миллиметра уже заворачивается. Все это лишнее убираю. Это более детально уже у меня когда. Она полностью застынет, более детально я уже буду все остальное прорабатывать. Также здесь тоже, вот так же смочу мастихин и вот прям по этому углу веду мастихин, чтобы я за эту линию не выходил. Также аккуратно берем. Сейчас в это время шпаклевка более податливая, поэтому если вы, у вас
пользуетесь какой-то другой шпаклевкой, вначале возьмите, попробуйте что-то на чем-нибудь потренироваться, отследить время застывания шпаклевки, чтобы вы уже знали для себя. Вот у меня шпаклевка только начинает застывать, вот здесь такие темные пятна появились. Это уже застывшая шпаклевка. Это уже застывшая шпаклевка. Вот какие-то заусенцы можно будет так мастихином этим убирать. Мастихин сам по себе острый такой. И вот эти мелкие заусенцы, если где-то надо излишки порезать, можно спокойно, как ножиком резать. И поэтому они удобные. Так, также здесь тоже можно вот так аккуратно отрезать. Просто мастихин смачиваем, чтобы шпаклевка не прилипала, и все таким образом все делаем. И здесь у нас, обратите внимание, у нас здесь еще один бордюр есть. Ну, бордюр, я имею в виду, такая ступенька. Мы здесь тоже возьмем так же. Вот почему я чертил эти линии. Вот видите, центр. Сейчас смотрите, у меня здесь вот плита продолжается, я сейчас вот порежу ее так же. Я ее не режу вот в таком виде. Я ее режу по-другому, чтобы у меня там визуальное пространство такое получалось. Таким образом я аккуратно все это провожу. Также смачивая, можно будет взять, смочить ее еще раз. И еще раз слегка присократить, это все снимется спокойно, можно будет снять. Сейчас она уже застывает, пока полностью не прихватилась, мы берем, делаем такой надрез. И это все лишнее мы потом возьмем, аккуратно все снимем. Также с этим мастихином. И все, потом остается, когда она застынет, ее убрать аккуратно, и все, оно у нас уже будет готово. Вот почему эти мастихины не нравятся, им легче работать, им же можно в процесс до более детальной доработки можно с помощью этого мастихина довести рисунок. Все излишки вот так с помощью этого мастихина можно убрать. Это все я сейчас строго не буду, это все застынет, я потом уберу. Сейчас, вот про что я хотел сказать, про эти линии, вот видите, сейчас я линию надрез сделаю здесь таким образом, здесь тоже эту линию отведу сюда в центр. Видите, эта линия у меня тоже идет же сюда же. Здесь-то еще можно угол чуть подпилить, порезать так мастихином. И все, эта линия тоже идет сюда. Дальше эта линия идет сюда, в центр. Это сюда идет линия. Таким образом, видите, у нас все линии не перекошены куда-то, они все идут ровно по форме. Вот тоже, как и здесь, вокруг. Все линии направлены в центр, это тоже нужно учитывать. Также и те линии, которые у нас от этой окружности идут. Мы тоже так же выделяем вот такие надрезы, эти все линии у нас идут в центр. Вот здесь плавный переход. Вот здесь у нас ровно получается. Вот здесь мы именно и сделаем эту ступеньку бордюра. Даже можно сюда отступить. Как ее делать на этой ровной поверхности? Здесь, да, мы сразу вырезали, здесь тоже у нас есть такая же возможность, возьмем аккуратно, также порежем ровно по форме, не так, а именно вот так, потому что у нас эти плиты верхние, все эти линии у нас вертикальные получаются, здесь тоже так же. Видите, мы должны резать ее также вертикально, ни туда, ни вбок, ни влево, ни вправо, но просто вертикально здесь ровно держать нож. И таким образом делаем надрез такой, и все, аккуратно, плавно берем отсюда, снимаем. Плавно отсюда, снимаем отсюда. Вот это все лишнее мы отсюда потихоньку убираем. Также отсюда я тоже таким же задней части по форме ее веду, отрезаю также шпаклевку. Также здесь ее можно еще убрать, для того, чтобы увеличить ширину этих перил получается. Ну, перила получается. И вот эти мастихины спокойно отрезаем. Сейчас она сама по себе более податливая, она спокойно режется, и все.
Здесь мы потом еще уже более детально тоже подправим, уже возьмем еще шпаклевку, если где-то нам нужно будет подправить, добавить, мы это все сделаем. Уже, когда будем повторную шпаклевку замешивать, когда мы более детально уже все проработаем, если где-то хватать шпаклевки не будет, мы будем уже брать и аккуратно подмазывать. А сейчас у нас главная задача была вот это все лишнее убрать. И вот обратите внимание, здесь у меня тоже уже изображены эти камни, вот эти боковые толщины. Мы берем тоже так же. Прям по этому углу аккуратно вот этим мастихином можно провести. Также учитываем саму эту перспективу, так как то, что ближе к нам мы видим больше, то есть чуть подальше, чуть поменьше. Чтобы вот эта перспектива тоже присутствовала, таким образом у нас картина получится более живой. Ну, здесь у меня шпаклевки не хватило, я оставил это все, мы уже, когда будем изображать здесь вазу, плюс еще вот эту колонну, тогда мы возьмем вот эти все моменты еще подправим. Мы сейчас еще вырежем отсюда все лишнее с этих арок тоже. Я сейчас отмечу сразу и покажу, как я буду это все делать. Вначале вот здесь, вот у нас, видите, у нас здесь ступенька такая получается. У нас получается вот эти бордюры выступают. О чем мы будем делать? Мы слегка возьмем, я аккуратно вот так, обратите внимание, придавим. Чуть-чуть сделаем такое легкое углубление. Здесь у меня уже шпаклевка застыла, потому что так как там чуть тонкий слой, здесь у меня чуть потолще. Поэтому здесь она чуть долго высыхает, но видите, как я формулу, освещение попадает, даже видно четко, даже и все. Вот таким образом у нас, когда мы ровно вертикальным образом изображаем это и режем тоже эти все линии в центр, сюда обратите внимание, у нас такие, ну этого эффекта сейчас нет, оно сейчас будет, я сейчас это все уберу, и вы увидите, как оно у нас будет выглядеть. Все, она еще не застыла. Ну, лучше подождать, пока она застынет. Это все. Это все я делаю здесь углубление. Вот, обратите внимание, у меня такая плита изображения. Ну, здесь, видите, здесь большого размера плита, у меня здесь более короткие. И самое главное, чтобы они у вас были тоже одинакового размера. Даже этим нужно будет постараться. Вы тоже так же учитываете перспективу, то, что здесь будет побольше, здесь чуть поменьше, здесь еще меньше. Таким образом, вот это все здесь учитывать, у нас, обратите внимание, как у нас получается. Выглядят блоки, также этот надрез аккуратно вырежу. Я даже эти блоки, вот видите, эти сами камни, блоки, я их не режу ровно, я их режу по форме. Обратите внимание, по форме, видите как? Вот так нужно резать по форме. Когда вы ее режете по форме, они будут более естественно выглядеть. Они будут более естественно выглядеть. Правильное изобразить нужно будет. Чтобы у нас не получилось, одна арка выше, другая ниже, мы уже отметим все. И все, на этом уровне мы уже будем, видите, здесь такое очень небольшое расстояние, такое же расстояние здесь. Мы уже будем более детально, я буду изображать каждую арку. Также и здесь. Ну, у нас там еще та сторона. Самое главное, чтобы у нас эти вот эти вертикальные линии, они были ровно стали. Перпендикулярно, можно говорить, да? Перпендикулярно, да. Параллельно. Нет, параллельно. Параллельно эти линии. И таким образом. Если у нас где-то не хватает, ничего страшного, нам самое главное уже более детально изобразить каждую колонну, где мы будем резать, чтобы знали. Все остальное нам еще работать.
нужно будет здесь сделать эти ступеньки изобразить, шпаклевку сюда нанести. В процессе мы это все уже будем подправлять и уже дальше идти. Там изобразим скалы, тракторную плитку и так периодически будем замешивать шпаклевки, какую-то фигуру дорабатывать и делать что-то. И в таком режиме работать будем, делать картину. Также и на стене то же самое. Сделали какую-то фигуру, сразу же доработали, пока она у вас более податливая, пока она не застыла полностью, так как она когда полностью застынет, уже высыхать начнет, до такого состояния идет, очень тяжело резать ее. А сейчас пока можно взять канцелярский нож, я его хочу, потому что он такой острый, тонкий, он спокойно будет резать ее. С ним тоже поаккуратнее. Не вытаскивайте большую часть, вытащите короткую часть, и этого вполне достаточно будет уже взять, потихоньку все излишки вырезать. По чуть-чуть, спокойно, держать его не нужно там крепко держать, просто берите аккуратно, просто везде пройдите сначала вдоль границы, где у вас проходит граница, угол. Первый надрез сделайте слегка насечку такую, чтобы у вас была линия, четкая линия. Если вам сложно так, берете шпаты, прикладываете на всю длину, тоже так же, ровно, чтобы оно у вас было, не ровно, вроде ровно. Я чуть мокро работаю, поэтому вот даже чуть-чуть отдвину, сейчас видно, все вот таким образом. Сложу тоже аккуратно, не нужно ее до конца туда засунуть, слегка по чуть-чуть, миллиметр, два надрез делаете и все. Потом можно взять мастихин. Вот почему этот мастихин такой удобный, видите, можно аккуратно поднять и все лишнее отсюда убрать. Аккуратно надрез делаю. Здесь обратите внимание, здесь у меня угол образовался, угол, откос. Видите? Этот откос мы тоже будем вырезать таким образом. И вы увидите, я сейчас сделаю такое чуть визуальное пространство, и увидите, как оно будет выглядеть само собой. Сейчас здесь тоже аккуратно. Тонкими слоями. Не нужно пытаться брать сразу большую часть отрезать. Берите по чуть-чуть. По чуть-чуть, пока вы не узнаете полностью свою шпаклевку, как она ведет себя, когда она лопается, когда она трескается. Потому что не у каждого может оказаться сатинтек, может кто-то будет работать клафтом. Поэтому вначале, если даже у вас что-то не получилось, ничего страшного, можно взять, почистить, поправить и все заново сделать. У вас есть такая возможность. И все, вот эти все моменты я могу на стихине аккуратно почистить, даже где-то слегка и порезать. Сейчас я здесь тоже этот откос аккуратно порежу. Один угол, видите, также нужно изобразить и внутреннюю часть угла. И также сделать такой же пространство, чтобы он был более живой. Поэтому здесь тоже также можно отметить такое же расстояние, как и здесь, чтобы у нас было. И остальную часть уже под этим углом снять. Вот как здесь, видите, как у нас получилось.
посмотрим на картинку, у нас, видите, вот здесь у нас какая-то часть выступает колонна. Мы ее тоже выделим. И таким образом взять и отметить. Взять и отметить здесь. И также и здесь. Мы сейчас полностью будем вырисовывать все. Мы доработаем более детально вот эту беседку. Также сделаем ограждение. Тоже мы более детально изобразим каждую границу, где у нас, как она у нас проходит. В конце мы уже после чего, когда мы это более детально доработаем, замещаем уже шпаклевку и будем дорабатывать. Если у нас где-то не хватило, например, здесь у нас шпаклевка не хватило, обратите внимание. Все вот эти недочеты мы дошпаклюем, подправим, и у нас уже будет уже готова эта часть и эта часть. Соответственно, мы уже продолжим делать саму вот тротуарную часть, сделаем тротуарную часть ступеньки, как здесь на картинке. Обратите внимание, у нас здесь тоже колонна получается. Здесь самое главное, чтобы оно у нас тоже было ровно, не было перекошено, значит, перекосом у нас это все исправимо, можно взять, подправить. Здесь самое главное, чтобы у нас здесь, это у нас дальний план получается, поэтому мы здесь не будем прям такие сильные объемы делать, как здесь, а мы там слегка просто выделим, чтобы уже было видно. Также здесь я обозначу, выделю четкий край, угол, боковинка, я имею в виду, вот эту толщину, здесь тоже так же выделю. Здесь у нас, соответственно, дальний план, мы делать будем чуть поменьше, то, что поближе, уже чуть побольше. Шпаты. И аккуратно таким движением. Поэтому, когда мы запасом чуть наносим шпаклевку, нам есть над чем работать. Также и эту часть мы берем, делаем легкий надрез, также здесь и вокруг, аккуратно. Также приложу шпатель.